Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Ну что, у нас тут немножко подрубилась деревяшка, у нас тут немножечко подделался уголечек, и теперь мы со свежими силами можем дальше что-то делать. Короче, сейчас будем немножко прибарахляться. Блин, и, наверное, мы полезем по норам. Что-то мне не нравится то, что потемнело. Так, нам надо будет произвести... Так, вот у нас, кстати, красивая шляпа ведьмы. Красивую шляпу ведьмы мы сейчас наденем на красивую ведьму. Так, это у нас уже полностью укомплектованный маг. Сейчас мы возьмем еще какого-нибудь неукомплектованного. А я имею шапку ведьмы. Так, и получился у нас еще один маг. Который будет у нас... Блин, я не знаю, кем его сделать-то. Ну, пусть будет. Вообще надо всех делать шахтерами. Шахтеров делать выгодно. Так, вот у нас, короче, такой вот получился товарищ. У нас есть еще какая-то тема, чтобы можно было магов качать, но это мы закачаем, наверное... Хотя нет, подождите. Где-то тут есть какая-то штука, которая качает магов. То есть мозги в банке, что ли, или что-то в этом духе. Сейчас мы посмотрим, стакается ли она. Ну, аквариум точно нет. Да, это рыбака. Так, а кто у нас качает магов? Стеклянный кубок? Шахтера. Эльфийский щит? Охотника. А вещи нежити. Мага. Блин, но он делается, сука, из стали этого. Блин, у меня золота столько нет. Не для того, чтобы делать вещи нежити, надо налхимичить себе. Давайте сделаем троечку, я не знаю. Сейчас посмотрим, во-первых, стакается оно или нет. Вот вопрос в этом еще. Так, забахаемся пока вещи нежити. Так, ребята у нас возвращаются домой, я надеюсь. Вроде возвращаются. Так. Ребята возвращаются домой. У нас закончилось, кстати говоря, мясо жареное. Надо бы себе 30-ку мяса-то еще заделать. Так, и... Что еще? А чем, кстати, отличается... Ну-ка. Тут где-то морс еще есть. Пунш. Исцеление 33%, питательность 30%. А, он вон из чего делается пунш. Я понял. Я думал, пунш делается, собственно, из бутылок с вином, но нет. Ну, ладно. Но мы такого, кем? А чего вы пешком пошли? Я ж вроде вам порта. А, ну ладно, в принципе. В общем-то, это не самая удивительная вещь. Так, теперь я хочу... Блин, теперь мне надо как-то 14 человек во что-то одеть. А во что мы будем... Ну, короче, оденем мы хорошо, кого получится, кого не получится, ну уж как получится. Так, повар, мне нужно... Так, у меня есть воин один. У меня есть один воин, который у нас будет ходить, я думаю, что с мечом вампира, либо с булавой скелета, вот не знаю. Ну, допустим, хорошо, сделаем воина вампира. Так, рогатый шлем, 25 брони дает, отлично. Потому что мифрил дает только 20. Так, ботинки веселого скелета, дает 14 брони, оденем. Так, а где тут у меня, да, вот кирас веселого скелета. Тоже есть такая. Где-то у меня тут есть хитиновое ожерелье, которое улучшает навык воина. И получился у нас такой воин на 79 брони. Кстати говоря, так, это у нас... В чем у нас второй маг-то хороший бегает? Так, броня Деда Мороза, броня Деда Мороза. Так, с этим все хорошо. Так, броня Деда Мороза, броня Деда Мороза. Так, здесь все отлично. Броня веселого скелета, веселого скелета. Так, воин, хорошо. Вот у нас есть воин с такой штукой. Нам бы еще одного воина, конечно, по-хорошему. Баба-яга, так, шила-маг. Допустим, вот из тебя мы еще сделаем воина. Так, почитаем тебе тоже книжку. И будешь ты у нас... Так, мифриловые шапки. Нам нужна мифриловая броня или броня еще кого-нибудь. Нам нужно еще одно ожерелье. Который мы, скорее всего, крафтануть не сможем, да? Так, а можем мы крафтануть еще одно жерелье? А, кстати, модернизированный меч вампира мы можем крафтануть. Ну-ка, так, где наш этот самый вампирский товарищ? Я думаю, что мы будем делать так. Верни мне меч. Так, давайте мы реально модернизируем меч. У нас есть теперь алмазики на то, чтобы модернизировать. Так, черный алмаз.
Так, вот теперь у нас будет модернизированный. Давайте мы сделаем еще один немодернизированный. Так, у нас закончится сгоренные ягоды. Так, сейчас мы его сделаем, потом из него сделаем опять же модернизированный. Еще сделаем себе, не знаю, пяток сгоренных ягод. Давайте пока так. Так, плывете? Молодцы. Только маг, который самый ценный, решил никуда не плыть. Красава. Так, ладно, я думаю, что зомби вас, по идее, убить не должны. Поэтому занимайтесь там, чем вы хотели заниматься. Так. Хотя нет, походу, должны. Так, все, ему пиздец. Ладно, этого не жалко. Не должны убить тех, кого жалко. Короче, кого не жалко, хрен с ними. Ладно, сейчас наступит лето. Так, надо тебя выгнать сразу. Ты нам нахер не нужен. Где-то там есть. Ну, уже что-то нет. Ты у нас только лесоруб. До свидания. Так, теперь мне интересно посмотреть на навыки мага, насколько они прибавляются. Вот, допустим, маг 11. Вот эта штука дает 2 к навыку мага. Оно стакается или нет? Сколько у нас? 3. Сейчас посмотрим. Было 11, по идее должно стать 13, 15, сколько там, 17. Так, во-первых, давайте сразу посмотрим. Было 11, да, 13 стало, хорошо. Нет, остается 13, короче, одна. Все эти штуки только по одной работают. И это остается тоже 13, да? Да, все, я понял. Эти штуки не стакаются, хорошо, удалить вещи нежити. Все, короче, кроме вот этого, работает по одной штуке. Значит, вот эти вот фещи тоже по одной штуке работают. Их много, ставить нет смысла. Ну ладно. Нет и нет. Так, что там с мечами нашими? Мечи мне накрафтили? Мечи, по-моему, накрафтили. Так, тогда мы можем накрафтить себе еще второй улучшенный меч, соответственно, для нашего воина. Так, воины есть. Теперь мне нужна кираса, ботинки и прочие другие вещи, которые мы нацепим на воина. Либо вот маска Джейсона. Вообще маска Джейсона охрененная. По идее, даже, может быть, воинам маски Джейсона были бы поинтереснее. А модернизируемый шлемофон. Волшебный танковый. Так, либо броня веселого скелета. Она дает вообще минус один. А эта броня 30%. Блин, 30% выгоднее. Все-таки. Так, здесь сможем сделать себе две маски Джейсона? Так, фиолетовый алмаз. Так, синий алмаз. У нас воины будут, короче, ходить в этом. Так, хитин. Кости. Так, у меня, кстати, серебро закончилось. Я не смогу сделать больше. Ну, мне больше, наверное, не надо, но не смогу сделать больше, потому что нет серебра. Так, сделаем две маски Джейсона. Из которых потом надо будет делать улучшенные маски Джейсона. Как? При помощи алмазов. Располагаем такими возможностями. Ща мы прибарахлимся. Нам нужно прям конкретно прибарахлиться перед встречей с неизбежным. Так, маски Джейсона поперли. Так, как у вас тут дела? Я смотрю, у вас тут, в принципе, нормально. На, доп-склады работают, в принципе, норм. Так, маски Джейсона готовы? Так, маски Джейсона готовы. Вам бы их, конечно, донести. Куда вы все не можете попасть? Вот сюда не можете? Так, где сбор ресурсов? Все, больше сюда ходить не надо. Смотрите, все, ресурсов не осталось. А то вы задолбали уже со своими. Нет пути. Нет, смотрите, продолжает. Так, выбрать гнома. Куда ты ищешь путь? Никуда больше не ищет. Видимо, я не туда хотел. Так, маски Джейсона сделали. Давайте сделаем теперь улучшенные маски Джейсона. Так, для этого нам нужны будут алмазы черные. Так, мы не зря столько алмазов откопали. Так, алмазы фиолетовые и, соответственно, обычные маски Джейсона. Так, делаем две улучшенных маски Джейсона. Теперь нам надо сделать что-то на ботинке. Ну, скорее всего, это будет веселый скелет. Так, давайте два веселых скелета еще забахаем. И либо кирасу веселого скелета, либо... Что дает больше всего брони? Ну, короче, больше, чем 40, походу, ничего не дает. Ну, значит, либо вот такую вот кирасу еще одну, либо, соответственно, мифрилу. Ну, да, в принципе, это выгоднее, наверное, делать, чем полностью мифрилу.
Да, чуточку выгоднее. Не сильно, но выгоднее. Так, ладно. Плюс нам нужно еще два щита. У наших воинов должны быть щиты веселого скелета. Ну, как раз у меня на два, в общем-то, есть ресурсов. Так, давайте сделаем себе еще вот так в таком случае. Так, золотишко. Так, косточки. И пару красных алмазов. Так, два щита веселого скелета. Броники у нас есть. И тогда у нас останется еще жерелье. Но жерелье я, по-моему, сделать не могу. Сейчас посмотрим. Чтобы закрафтить себе еще одного воина, мне не хватает по факту только ожерелья. Так, ожерелье. Вот такое. Хотя, в принципе, мог бы его сделать, но мне нужны золотые слитки. А, ну я, кстати, могу себе сделать золотые слитки. Так, давайте мы себе... Обычное золото мне не нужно. Так, тогда сделаем. Здесь у меня не хватает серебряной руды, потому что ее либо идти искать, либо сделать. Давайте сделаем себе серебряные руды. Теперь у меня нет железной руды. Ладно, железная вроде как пока и не нужна. Так, идем тогда улучшать маски Джейсона. Крафтить себе серебряную штуку. Так, тогда когда у нас будет серебро, плюс еще, соответственно, слитки золота, мы тогда сможем много чего себе полезного доделать. Так, пока ждем в таком случае. Так, пока ждем, ребят, отправляем домой. Можно было бы, конечно, использовать всякие магические леса и прочую другую ерунду, если бы было много маны. А маны у меня очень мало, прям очень мало. Так, золото плавится, хорошо. Что это случилось? Кто-то воскрес. Хорошо. Так, серебра мы себе алхимим. Так, золотую штуку мы себе сейчас тоже наделаем. Так, давайте, ребят, включайтесь в процесс. Так, маска Джейсона делается. Так, броня веселого скелета делается. Угу, так, ботинки тоже делаются. Сейчас у нас будут очень неплохо одетые воины. Так, ну тащите все это на склад теперь. Куда они все не могут попасть? Блин, куда ты хочешь попасть? Куда ты ищешь путь? А, вы все ищете путь сюда. А где это? Помимо того, что где это, нахера вы ищете сюда путь? Хм. Так, ладно, а если я здесь все соберу? Все, вот эта вот грязь, все, надеюсь, она вас больше волновать не будет. Все равно куда-то ищут путь. Так, ладно, а ты ищешь куда путь? А ты ищешь путь сюда. А, я понял. Ну, с этим я пока ничего не могу сделать. Да, они так и будут тупить теперь из-за этого. Ну, хорошо, ладно, пока ждем. Так, продолжаем нашу игру. Нам нужно теперь сделать два щита. Так, щит веселого скелета готов. Так, два щита готовы. А, вот это нам надо сделать. Так, для этого нам нужно сделать кольцо значительного ускорения. Которое делается из серебряных слитков, которых у нас нет. Так, нам надо теперь сделать серебряные слитки. Делаем их. А пока суть до дела, могу ли я сделать себе еще дополнительно вот таких вот посохов шамана. 25, но зато по четверым бьет. Это 30. Но по четверым он не бьет. Так, булава ядовитый щит, шип нам не нужен. Так, такой посох нам тоже не нужен. Можем сделать себе 6 таких посохов. Так, у меня уже 2 мага есть. У меня будет 2 мага. Сейчас, 2 мага, 2 воина. Остается 10 человек. 5 еще магов и 5 лучников, наверное, мы сделаем. То есть давайте 1, 2, 3, 4, 5 таких палок делаем. Потом надо будет что-то... Для тяжелых луки просто у меня уже есть. Ну вот, допустим, всепогодные сложные, наверное, было бы выгоднее сделать. Но для них нужны фростлинги и какая-то еще штука. Давайте пока сделаем фростлингов. Может быть, луки, которые точные, нам будут выгоднее, чем луки, которые неточные. Это пока не факт. Но хрен его знает. Допустим, предположим, что мы захотим сделать себе 5 лучников.
Так, раз, два, три, четыре. Сделаем себе пока вот так вот 5 луков рослингов. У меня просто сейчас мифрил закончится. У меня не такое уж адское количество мифрила, чтобы вообще всех во все одеть, и чтобы все было хорошо. Но оружие им все равно нужно. Потому что без оружия дальше дело не пойдет. Так, палки делаются. Серебро притащило вроде. Хорошо. Ну ладно, раз она серебро притащила, значит, мы можем пойти сделать себе теперь кольцо значительно ускорение. Так, оно делается из двух серебряных слитков, из куска кварца, из глаза. Так, двух паутин и нескольких грибов. Блин, у меня скоро грибы закончатся. Надо будет ходить потом к грибнику и искать эти грибы. Так, ладно, сделаем кольцо значительного ускорения пока что. Что-то такое ощущение, что я весь лес куда-то переработал во что-то. Так, куда вы побежали? Сюда поплыли? Ну хорошо, молодцы, в принципе. Хвалю. Давайте я вот так вот еще сделаю. Во, поупражняйтесь пока, молодцы. Так, доб-кузнец. Гном атакован. Кем? Так, ребят, надо помогать, потому что сейчас этот мудила умрет. Ладно, он уже умер. Вы не успели. Два мудила умерли. Охрененно просто. Вот это сходили против зомбя повоевать. Так, два мудила умер. Что это были за мудилы? Так, пойдем посмотрим. Это был рыбак, пошел в жопу. И это был Макшила, которого жалко. Потому что, в принципе, книга... Он, конечно, никакущий маг. Вообще никакущий, на 14. Но я все равно его воскрешу, правда, не знаю зачем. Ну пусть будет, ладно. Так, что, тут все наделали? Все наделали. Так, если они все наделали, то чисто гипотетически мы сейчас можем сделать себе, наконец-то, вот такую вот тему. Да, можем. Для этого нам нужен мифриловый слиток. Блять, яйцо дракона. Слиток золота. Все это можно обмотать паутиной. Захреначить то кольцо значительного ускорения. Отвар боевого безумия, который я где-то нашел, я не понял где. Так, и красных алмазов две штуки. Хорошо, допустим. Вопрос теперь, во что мне одеть всех остальных? Вот у меня воины, допустим, неплохо одеты. Теперь мне надо по-хорошему всех остальных одеть, наверное, в броню Деда Мороза. Броню Деда Мороза. Шапки Деда Мороза, на которые нужны нитки, кстати говоря. А, ну можем сделать нитки, хорошо. Так, из шерсти и досок делаются нитки. Любопытно. Так, допустим, сделаем себе вот столько ниток. Предположим, так. Шапки Деда Мороза, потому что это выгодно. Они не очень сильно стесняют движение, это хорошо. Так, оружие мы всем сделали. На шапку Деда Мороза мне хватит на одну, потому что, блин, опять красные алмазы. Нитки, так, что-то не хватает. Иглы. О, боже, так, краски. Так, ткань. Слитки, мифрила не хватает, собственно. Да, не хватает мифрила. Короче, у нас будет одна шапка, и все, потом мифрил у нас закончится. На броню Деда Мороза нам, соответственно, тоже не хватит того же самого. Так, надо тогда что-то попроще будет делать. Так, вопрос только что. Нужно что-то такое простое, легкое и при этом прочное. Кирас Темного Лорда не подходит. Это все делается из мифрила, из мифрила, из мифрила. Бронированный жилет из мифрила. Эльфийская броня делается из серебра, но серебра и золота у нас тоже нет. Хитиновые? Все ходить пока в хитин? Всех, кого кто не одевается во все остальное?
Ну, по всей видимости, придется всех одевать в хитин, потому что не знаю. Так, а теперь у нас не хватает веревок. Так, ну, веревок мы можем сделать себе аж 60 штук. Угу, так, ладно. Хитиновая шапка. Соответственно, нужна для нее кожаная. Так, на кожаную шапку нужны шкуры и руда железная, которой тоже нет. Угу, так, допустим, одну сделаем. Теперь мне еще нужна алхимия железной руды, после которой у нас закончится уголь, на которой тоже нужна алхимия угля. Так, ладно. Предположим, мы это сейчас сделаем. Так, мне нужны еще тогда будут кожаные доспехи. Так, кожаные доспехи в количестве 9 штук, наверное, не надо. Хотя, может, и надо. Да, видимо, в количестве 9 штук мне и надо будет. Потом у нас закончатся шкуры. Потом у нас, скорее всего, еще закончится хитин. Да, мы этому все равно это не сделаем. И за хитином надо будет еще куда-то бежать. О, бля, просто пиздец. Так, ну, ладно. На ботинки веселого скелета на еще одни у меня нету. На эльфийские тоже нету. На мифриловые тоже нету. На золотые ни на какие больше нету. То есть все остальные, в принципе, у нас пойдут без всего. Ну ладно, что, кто умрет, тот умрет. Ладно, пока одеваемся. Надеюсь, что танки просто что-то танковать все-таки смогут. Если танки не будут танковать вообще, то нам тогда придется идти вот туда, вот в самую-самую зажопинку. И в этой самой-самой зажопинке. Ой, так, а что это у тебя так все плохо-то? Так, и у тебя. И у тебя. Так, у тебя нормально все, у тебя тоже нормально. Так, и вот в этой самой-самой зажопинке нам надо будет тогда все срывать для того, чтобы заработать мифрил. То есть тут есть как бы технология, при которой мы просто срываем кусочки, и из каждого может выпасть мифрил. Может, а может не выпасть. Это настолько длительный процесс, что пипец. Так, ладно, ребят, у нас пока алхимичат. Броняху мы нашли. Можем, в принципе, наверное, потихонечку начинать одеваться. Так, где у нас... Так, маг у нас одет. Здесь у нас... Так, давайте начнем с воинов. Ты у нас, кстати говоря, еще не понимаю, почему ты так ходишь. Так, ну-ка, давай вот так вот сделаем. Так, воин один. Воин один у нас в такой шапке. Соответственно, мы тебе даем еще дополнительно где-то там есть. А где щиты? Так, я вот прям смотрю и не вижу щита веселого скелета. Здесь, а, потому что он вот здесь. Так, все, щит есть. У меня теперь 95 брони. Вот этого чувака. 95. Плюс мы даем ему модифицированный лорд-вампирский вот такую вот тему. Так, идем искать второго воина. Так, тебе мы тоже даем вот такую вот хрень. Так, у нас же нет никаких больше других воинов. Так, воин. Так, вот он у нас воин. Хорошо, вот у нас одетый воин. Допустим, мы тебя сделаем воином... охотником, не знаю, воином-шахтером, кузнецом. Так, воин-шахтер-кузнец ты у нас будешь. Так, идем найдем еще одного. Так, воин-шахтер-плотник пусть будешь. Так, ты у нас будешь воин-шахтер-плотник. Тебе мы даем тоже вот такой вот щит. Тебе мы даем... А где этот аксессуар, который я делал? А, кстати, броню, что, да, вам же этот самый, я же вам маску Джейсона хотел. Дает брони 30, подвижность минус 5. Так, а у того воина, да, броня 25, подвижность минус 7. Так, ну а будете в маске Джейсона ходить, 100 брони. Блин, ну 100 брони, больше здесь уже просто не раскачать. Так, у этого 46 брони. Так, мы тебе даем тогда, так, ботинки вот эти. Так, кирасу вот такую вот волшебную. Так, и где-то кто-то зажал, короче, твой аксессуар. Я его и того ж не вижу. Или его еще не сделали. Подождем, возможно, его еще не сделали. Или его еще не сделали, и его еще не принесли. Одно из двух. Сейчас узнаем. Ну, блин, суровые ребята, я не знаю. Если они будут так же умирать, то хрен его знает. У меня тогда нет никаких идей, что можем с этим сделать. Так, шапку Деда Мороза пошли крафтить. Ладно, может быть, они не докрафтили еще.
Не могу пройти. Куда? А зачем тебе сюда идти? Я сюда тебя не посылал. Что вы делаете? Не можешь пройти? Не проходи. Сюда не можешь пройти. Ну, хрен с тобой, золотая рыбка. Что, не можешь? Не можешь. Так, все принесли? Если все принесли, значит, у нас должна быть теперь здесь волшебная вундервафля. Вот это, да, вот она есть. Так, прекрасно. Я нас воин второй. Так, тебе мы тоже даем такую хрень. Она будет улучшать твой навык воина. 100 брони. У нас есть теперь два персонажа, у которых 100 брони. Так, ладно. Есть такой вот маг. Есть у нас такой вот повар. Охренительный. Охренительный повар с луком. Которого мы делаем лучник. У меня, кстати, заканчиваются книжки. Так, лучник. Лучник, чтоб на тебя нацепить такого. У нас железная броня, хитиновые доспехи 11. Это 14. Да, хитиновые доспехи, конечно, не очень здорово. Броню веселого скелета тебе дать? Ботинки? Ну, давайте дадим тебе ботинки веселого скелета, хитиновые доспехи. Так, у тебя серебряный шлем, ну пусть, нет, будь тебе мифриловый. Так, побольше немножечко вот этого будет, в принципе, нормально. Может быть, конечно, им еще можно дать вот эти вот лучниковские и маговские темы. Это типа перчатки лучника и что-то там еще. Так, сейчас пойдем. Вот сумки с эликсирами, например, и перчатки лучника. Перчатки лучника у нас шкуры нет. А на сумке с эликсирами эликсир здоровья нужен. Эликсир здоровья, кстати говоря, все равно нужен. Поэтому я думаю, что эликсир здоровья мы все равно крафтим. Если что, это последнее средство, которым можно будет подлечиться. В крайней категорической ситуации какой-то. Так, листочки. Забахаем листочки, забахаем корешочки. И забахаем скляночки. Так, и сделаем таких 30-ку. 30-ку зелий пока выгодно будет. Так, хрен с ними, ладно, с сумками, с эликсирами и с прочей другой ерундой. Так, надо их приодеть. Так, ты у нас будешь, допустим... Что у нас с книгами магов? Ты у нас будешь магом. Мы тебе дам хитиновые доспехи. Мы тебе дам серебряную шапку. И даже мифриловую. Мы тебе даем, я не знаю что, кожаные хитиновые ботинки. Так, ты у нас будешь бегать серебряной такой штукой с топором. Так, мы тебе дадим лестницу. Пока что. И мы тебе дадим в руки, соответственно, где он там есть-то, господи. Вот такой вот посох шамана. Так, еще один маг у нас. Тебе мы тоже даем посох шамана. Тебе мы даем серебряную броню. Серебряный шлем. Так, вот такие ботинки. Да, ты будешь медленный, естественно. Но это не, вообще ничего не меняет. По факту, потому что если тебя убьют, быстрый ты или медленный, какая нахрен разница. Так, маг Шила. У нас есть охотник. Пусть ты будешь, допустим, лучником, но когда-нибудь потом. Тебе мы дадим пока железное, железное, кожаные доспехи. И что-то тебе еще дать, я даже не знаю. Ну, допустим, лесенку. Так, лесоруб. Лесоруб, лесоруб. Что ж ты бросил коня? Так, мельник, склалос, лучник. Так, вот у нас есть говнолучник. Кстати говоря, про говнолучников. У нас тут где-то есть классные луки, которые типа точные. Вот они. Дальность 5. 96%. Повреждений 41%. Лук настоящего снайпера. Но он, блин, стоит мифрил. Которого у нас больше нет. Поэтому лук настоящего снайпера перебьется. Так, ладно, есть у нас такой лучник. Так, кто у нас еще тут себя плохо чувствует? Так, вот такой вот у нас мифриловый товарищ. Ну, дай тебе вот тогда еще вот такую тему. Так, лук у тебя нормальный. Ты у нас даже лучник. Так, маг у нас есть. Здесь у нас есть мельник, которому мы дадим сейчас... Тоже лук поинтереснее. Так, книга лучников у нас пока нету. А может быть, мы сможем их даже купить. Можем мы купить книгу лучников? Сейчас мы посмотрим. Так, это у нас где здесь? Так, книги лучников. Книги лучников можем купить. Раз, два, три, четыре и одну книгу магов. Примерно вот так надо сделать. Так, кто-нибудь, сходите. Мы сейчас всех приоденем. Всем дадим специализацию, но, правда, проблема же придется в том, что дальше их придется только воскрешать. Сейчас мы после того, как это сделаем, дальше только воскрешение. Блин, а чтобы куда-то напасть... Ладно, нападем сначала на ветерана, который один ходит. Начнем, я думаю, с этого.
Так, эти штуки у нас делаются. Так, эликсиры, вон, я смотрю, понес. Не знаю, как пройти опять. Опять они куда-то хотят пройти, куда я их не посылал. Так, книжки купили? Книжки забрали. Так, отлично. Так, теперь кто у нас маг, но не маг, допустим. Уже пора все давать нормальные специализации. Так, ты у нас будешь лучником, чтобы они прокачивались просто. Ты у нас будешь лесоруб, что бы тебе дать, я даже не знаю. Ты, наверное, будешь магом у нас, скорее всего. Так, магом, и у тебя проблемы с экипировкой будет. Давай вот так. А хотя мы тебе можем дать шапку Деда Мороза. Так, давай, будешь в шапке Деда Мороза ходить. Ботинки металлические. Так, что-то типа того. Чтобы у них хотя бы 40 брони были, они сразу не умирали. Так, тут у нас есть воин. Тут у нас есть потенциальный лучник, который с тяжелым луком. Так, на тебе серебряное, на тебе кожаное. Хотя нет, дайте вот так вот даже. Вот такую штуку и... И лестницу тоже. Так, тебя тоже сделали. Муромец. Так, скалолаз-говнолучник. Скалолаз-говнолучник, значит, магом будешь. Да, потому что луки у нас закончились. Поэтому ты у нас будешь магом. О, в такой вот шапке охрененной. Да, ты будешь ни хрена не подвижный, но что ж поделаешь. Так, тебе мы дадим фонарь. Будешь фонарем ходить. Так, ты у нас говнолучник. Меткость 50%, 25%. Ты прям говнолучник. Так, а кто у нас еще-то остался? Так, нормальный лучник у нас тут остался. Так, даем тебе лучника маг. Так, еще один нормальный лучник у нас тут остался. Еще один лучник, это маг. Значит, ты магом будешь. Где-то там есть. Вот он. Так, ты, да, значит, будешь магом. Все, книжки у нас закончились прям впритык. Будешь магом. Так, в серебряной шапке. Так, соответственно, с последним вот таким вот штукой тебе мы дадим, я даже не знаю, может, тебе железный щит дать? А, да, щит-то только воин может носить, точно. Щит-то у нас может носить только воин. Тогда вот так и, соответственно, ботинки. Так, ну что ж, мы одели 14 человек. Мы одели 14 человек, у нас теперь 14 человек, одетых прям... По последнему слову, практически. Так, вон там Джейсон что-то копает. Давайте вот это вот откопаем. Теперь надо где-то как-то нам проверить, зря это было все или не зря. А чтобы это проверить, я думаю, что мы нападем вот на это. Он вроде здесь один. Если мы не сможем убить даже вот этого одного, или у нас будут проблемы, дальше можно уже, скорее всего, ничего не делать. Я бы на самом деле не знаю. Но, по-моему, не должно тут быть проблем с ним. У нас есть зелье, у нас есть вообще все. Нам только нужно теперь сделать две вещи. Нам нужно, во-первых, собраться, а во-вторых, мне нужен общий сбор, потому что без общего сбора они задолбают сюда ходить. Хотя хрен его знает, может, мы без общего сбора справимся? Общий сбор-то я сделал или не сделал? А, общий сбор я уже сделал. Ну, все, да. Я просто уже не помню, сделал я нет. Так, тогда всех собираем дома для начала. Даже вот так вот давайте. Так, всех собираем дома. Так, всех собираем дома. Все отсыпаются, кому надо. Кому надо, все идут отсыпаться, у кого плохо со здоровьем. Так. Он залез туда, но спать, короче, не стал. Этот вроде как стал. Ну, хорошо. Так, все собрались. Все собрались. Но теперь останется только, чтобы они все напали. Это у нас, кстати говоря, воин. Поэтому с воином ему прям надо сразу дать вот такую штуку. Так, ну давайте пойдем посмотрим. Так, во-первых, надо переключиться на X1, чтобы я их успел хоть как-то спасти. Так, мне нужно как минимум вот так вот пар порталов, потому что они будут пытаться убежать постоянно. Так, и мне нужен общий сбор. Где-то вот здесь. После чего мы нападаем вот на этого чувака. Ну, я посмотрим. Сейчас посмотрим, к чему это приведет.
Так, не, ну это нормально пока. Это пока нормально. Так, я вас подлечу. Где наши воины? Так, он там зомбя вызвал, я смотрю. Нихера себе воина пиздюляется. Так, воин, я смотрю, пиздюляется настолько весело, что решил убежать. Так, ну и что у нас со здоровьем? Так, со здоровьем. Допустим, эликсир исцеления. Так, даем тебе. Ты у нас лучник, может быть, ты успеешь убежать. Так, Урал, кузнец-лучник у нас готов. Так, тебе мы даем эликсир здоровья еще на крафте. Тебе мы тоже даем эликсир здоровья, даже два. Так, добряк. Допустим. Так, они тут наделали себе зомби. Так, ну давайте все отбегаем. Так, наш товарищ Джейсон. Товарищ Джейсон... Где он тут есть-то? Вот он. Я вроде тебя подлечил, но их прям надо лечить намного лучше. Так, а второй у нас вообще готов, просто он не принимает участие в замесе, я смотрю. Так, Джейсон, иди танкуй. Так, Джейсон пришел танковать. Так, маги наши стоят. Ну, непросто, я хочу сказать. Очень непросто. Так, он еще поднял зомби. Так, бутылка с вином уходит, как дети в школу. Так, низкое здоровье у кого? Так, проверяем. Главное, чтобы никто не умер. Да много у кого. Так, маг, допустим, мы тебя подлечиваем. Так, надо на каждого, короче, нужно будет... О, это почти умер. Так, восстанавливаем нашего товарища. Остальные, ну, в принципе, нормально пока. Так, зомби убиваем, этих убиваем. Сейчас они зато на нем неплохо прокачаются. Так, отпаиваем дальше вином всех. Так, главное танковать, ребята. Главное танковать. Я, конечно, охренею, насколько 100 брони проседают под его ударами. Он ему полтора квадрата сносим с одного выстрела. Но мы его добьем, скорее всего, если сейчас, конечно, зомби задние пиздюлят. Так, потому что под вином. Я уже потратил, наверное, бутылок 30 за этот замес. Он скоро светиться от вина начнет. Они тут все, в принципе, начнут. Так, ну... Ну, бьет. Вроде должны, наконец-то. Так, умер товарищ. Из него еще и мифрил у нас добылось кучу. Причем так реально кучу добылось. Так, ладно, давайте я вам тогда открою. Хорошо, с почином нас... В принципе, имея определенное количество этих самых, так, это все можно убрать. Так, портал есть, все хорошо, всю эту штуку убираем. Забирайте с собой все, идите домой. Имея, короче, большое количество зелий лечения, вполне себе можно воевать против них. Но просто так... Воинов я просто сильнее прокачать не могу, а бьют их прям мое почтение как. Больше я просто брони уже не сделаю, ее просто нет в игре. Так, уходи давай. Уходи давай отсюда. Так, что вы здесь забыли-то все? Я не пойму. Да, только на вагонетке. Все, больше никак нельзя было приехать. Так, все, нормально. Мы подделали немножко мифрила и, может быть, еще даже какое-то количество золотишка. Через 3 минуты на нас будет нападение. Тогда переживаем нападение, заканчиваем серию, а в следующей серии тогда пойдем дальше их валить. И однозначно мне нужны еще эликсиры здоровья. Нет, воскрешение пока не пригодилось, а вот здоровье пригодилось. Так, а потом у меня закончится... Что мне потом закончится? Уж не бутылочки ли? Может, мне пока бутылочек надел себе? Так, а я не могу, да, пока? Так, бутылочки же где-то здесь. Ледяной стрелы, но это мне не очень сильно нужно. Хотя, хрен его знает... Ну-ка, бутылочки. Да, бутылочек у меня осталось 10 штук. Можем тогда заделать себе бутылочек. Так, и сразу заделать, наверное, стекла пока. Ну, это что-то типа того. Так, пока ребята могут как раз заняться крафтом. Так, куда вот так весело побежать-то, не пойму. Не-не-не, давайте 3 минуты нападения. Все зарылись в нору и занимаются крафтом. Так, я зарылись в нору, занимаются крафтом. У меня, кстати говоря, закончились ресурсы для их кормления. Так, что с мукой? Муки только 7 штук. Маловато.
А сколько мы, кстати говоря, сделали мифрила на нем? Я не думаю, что много. Один. А, нет, уголь закончился. Так, давайте тогда еще штук 30 угля себе заделаем. Вот, занимайтесь пока вот этим, ребятки. Так, муку делаем, уголь делаем, дерево добудем, но после, пока нам это не надо. Так, и можем пока стричь овец, потому что, в принципе, это не лишним будет. Заняться все равно нечем, поэтому вполне. Ну, давайте убьем, ладно. Так, у нас еще вино сейчас будет. Ну, смотрите, подмотать он светится вообще. Я в него вина вкачал, в танк особенно. Просто жесть сколько. Мы бы его быстрее убили, если бы у меня ребята были прокачаны. Потому что они очень слабые именно по навыку. То есть, вот видишь, маг 21, маг 24, охотник там, короче, маг 19, вот это вот все. То есть, у меня есть только один маг 74 и прочее. То есть, естественно, если их подкачать, они могут очень много всего интересного наделать. Но подкачать было бы просто, если бы у меня изначально было куча ресурсов на воскрешение. И куча книжек. Книжки надо копать, для этого надо перекопать половину уровня. То есть мы можем 10 серий просто заниматься тем, что все есть копать. Я думаю, что это никому не интересно, поэтому я этого не делаю. Наверняка кто-нибудь напишет уже в комментариях, что бы не выкопать еще. Но просто это долго, нудно и неинтересно. Сейчас мы себе наделаем дополнительный зелий. И может быть, если какой-то незадачливый зомбяк сюда попадет, может его и убьем. Да, неплохо, они носятся пока, у них спиды. Может им вина выставить сюда? Пусть сами прибухивают. В принципе, штуки, которые сверху, их можно убрать. Потому что по факту из-за этого я не могу выставить сюда больше определенного. Я думаю, что мы можем сюда вполне поставить. Не, не можем. У нас столы надо для этого улучшить. А сами они столы улучшать что-то не хотят эти. Ну ладно, не хотят, ни хрен с ним. Так, что там, кто-то плывет к нам, нет? Они почему-то с кем-то здесь пиздятся, я смотрю. Что здесь происходит-то вообще? Короче, кого-то загрызли. А, эльфы. В общем, ребята сделали, чтобы спаунились еще дополнительные эльфы, но не сделали, чтобы они не были враждебны друг другу, поэтому они просто друг друга бьют. Понятно. Еще ни разу не видел, чтобы здесь волны как-нибудь не заглючили. О, драконы. Нихрена себе, еще и драконы пролетают. Волны, ребята, сделали интересно. Еще бы они работали так, как они сделали, было бы вообще отлично. Но это кустарная разработка, поэтому... Никаких претензий мы предъявлять не можем. И не будем. Не будем предъявлять никаких претензий. Ребят, молодцы. Ну и, собственно, все. Тогда на этом серию мы заканчиваем. В следующей серии пойдем еще повоюем с другими хранителями.